ингредиенты для нашего вкусного салата. Сами баклажаны. Баклажаны, смотрим, видите, я их взял именно тонкие, небольшие, именно самые молодые и самые вкусные, где семян еще, можно сказать, нет. Также понадобится головка чеснока, 3 средние луковицы, помидорка, перец чили и перец паприка. Баклажанчик нам нужно нарезать кругляшками толщиной примерно почти в сантиметр. Чуть-чуть буквально меньше. Все, и отправляем их в миску. Точно так же нарезаем все баклажаны. Удаляем семена вместе с корешком. Перчик почистили, и теперь его прям крупно вот такими вот кусочками нарезаем. Перчик чили тоже так кругляшками, но крупными кругляшками. Он не сильно острый. Все, теперь разрезаем лук. И нам нужно его разобрать на запчасти. Вот на такие лепестки мы разобрали весь лук и будем также его обжаривать. Обалденный способ вообще на самом деле. Все наши помидорки отправляем через крупную терку. В руках остается только одна шкурка, которую мы просто выкидываем. Так вот, все помидорки отправляем через терочку. Все, разводим костер под нашей сковородкой и начинаем жарить. Все, отправляем чуть-чуть масла. И начинаем жарить в первую очередь баклажанчики. Смазываем сковородочку. И отправляем баклажаны. Наш баклажан должен немного подвялиться. На чугунной сковороде это все делается намного быстрее. Смотрите, не припалите. Буквально минуту обжариваем и снимаем с огня. Теперь в ход идет перец. Также буквально 2 минуты, чуть-чуть дольше, чем лук.
Все, перец наш готов, снимаем его со сковородки. Наши томаты хорошенечко присолим и приперчим. Буквально 2-3 минуты и также снимаем с огня. Все, теперь начинаем собирать наш салат. Лук, перец. Сейчас все это хорошенечко присолим. Перемешаем. Теперь отправляем сюда баклажанчики. Уже обалденный аромат, ребят. Просто шикарный. Еще немного присолим, так как баклажанчики у нас не соленые. Теперь отправляем чеснок. Я не отправляю весь всю головку, так как чеснок молодой и очень ядреный. 3 зубчиков, думаю, вполне хватит. Теперь добавляем яблочный уксус. Вот такого количества вполне достаточно. Так, и отправляем наши томаты. Теперь осталось все хорошенечко перемешать. И буквально дать 5-10 минут настояться. Такой салатик подойдет к любому мясу. Очень аппетитно выглядит, ребят. Готовьте вместе со мной, не пожалеете. Очень ароматный и вкусный. Готовлю уже не первый раз. Моей семье очень нравится этот салат. Все, даем настояться. И можно подавать на стол. Такой салатик можно украсить как кинзой, так и петрушкой. Ну и можно, конечно, украсить просто базиликом и подавать на стол. Ну что, ребят, давайте попробуем. Очень ароматный на самом деле салат. Просто вообще.